Всем привет! Сегодня у нас суббота, 24 февраля. Нас немножко заметает. Решил поснимать чуть-чуть. Снег идет, температура минус 9. Время 11:20. У нас предвесенняя погодка, а мы все так же на доставках. Сейчас еду на массив, доставлять посуду. Пытаются у нас чистить, а снег не прекращается. Но сегодня немного уже поразвозил, был на Авастаре, птицефабрика в Зеленом Бару, ты первую ходку отвез, второй, третий. Сейчас завезу массив и на первый склад догружаться. Вот такие вот у нас дела сегодня. Дачного 44А. Все потихоньку, помаленьку. Не разгонишься. Работаем в любую погоду, ничего нас не останавливает. Так, 44А, как раз поворачиваем. А тут у нас девушки и машинка стоит. Товарищ тоже встает назад. Сейчас мы перезвоним это дело. Блин, может, надо первый подъезд. 073. Я у вас под домом, но к подъезду не могу досунуться. Ну, тут машинка стоит, смысл мне. Ну, там у меня посуда, я не знаю что. Сейчас я попробую. Это у вас получается первый подъезд, да? Сейчас, добренько, сейчас попробуем. Вот такие у нас люди, вот. Стоит на кадике, вышел и пошел. Говорю, мне надо подъехать к первому подъезду. Ну, объедь.
понимаешь? Когда, дай бог, будет ему доставочка, я также скажу: дорогой, я не могу подъехать, потому что ты стоишь. Мне сейчас попробуй вылезть на дорогу. Так, вроде нет никто. Тоже ж будешь в такой ситуации, что тебе привезут, а подъехать не смогут. Я думаю, что так же будешь возмущаться. Так. Сейчас попробуем объехать, не знаю. Машинка-то у меня не маленькая, ну и небольшая, конечно, но среди этих домов вышкрябываться. Вот. Тут будешь выезжать. Погодные условия хорошие. Ну что, ты едешь, не едешь? Давай, 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 давай. Пройдешь там. Да уж, да уж. Ты как хочешь, так и залазь. Хорош, наверное. Ну, водушки. Доставочку сделали, выгрузились. Теперь полетим на базу. А тут бы еще где-то как-то выехать. С этими запутанными лабиринтами. Вотушки. Поехали. Снег идет. То есть я так понял, напоследок зима решила нас порадовать.
зимушка, зима. И морозец, и снежок. Красота. Только за рулем не очень интересно. Сейчас на горочку главное вылететь. Вышли. Скорость 30, не более. Сегодня, как я говорил, у нас субботка, базарчик. Давай, я ж тебе моргаю. Сейчас попробуем через базарчик. Коллега. Коллега тулит на нашей страдальной семерочке. Центр славного места Васильки. Потихеньку, помаленьку. А что делать? Работа есть работа. У нас уже минус 7, на 2 градуса поднялось. Сейчас попробуем 2.
дворничек оббить. Трошки оббил. Намерзает. На дороге каша. Подъезжаем к базару. Там у нас с дорогой так ничего и не сделали. Метров ужаса. Вот так вот мы пробираемся к первому отделению. Территория МРЭО забита. Народ машинки регистрирует. Оно, летим. Куда ж ты летишь? Вот так вот, залезли. Так, что у нас? Десяточка пришла с Киева. Точка на выгрузке. Она уже даже на загрузке. На эпицентр собралась. Говорил, у нас склады эпицентра в Калиновке.
поставщики возят груз через новую почту. Мы выделяем цельный 10-тонник. Доставить всех поставщиков. Все, припарковались, грузимся.